В итоговом выпуске программы «Дополнительное время» мы расскажем о самых важных спортивных событиях 2019 года. Смотрите сегодня. Шахматы, мини-футбол, полиатлон, лыжные гонки и хоккей. Как в Сарове проходило открытие зимней атомиады. 100 спортсменов из 22 городов России. В Сарове состоялись соревнования в рамках 27-го теннисного турнира на призывне «Ф». Веселые старты. Как спортсмены ядерного центра отпраздновали 70-летнюю годовщину испытания РДС-1. Беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, универсальные спортивные площадки, уличные тренажеры. Стадион 16-й школы открыли после реконструкции. Не испугались дождя и холода. Сколько саровчан приняли участие во Всероссийском дне бега «Кросс-нации 2019» и забеге атомных городов. Они встречаются несколько раз в год на всевозможных спортивных соревнованиях. Сотрудники атомной отрасли из различных регионов нашей страны в очередной раз поборются за лидерство в зимних видах спорта. Москву представляют сразу три команды. Участники одной из них не в первый раз приезжают в наш город. Во-первых, это объединяющее такое мероприятие. Вот, мы отлично проводим время здесь. Вот, ну и спорт, у него такая миссия в жизни, наверное, объединяющая. Вот, ну и здоровье, радость несет. На торжественной церемонии открытия к участникам зимней атомиады с приветственными словами обратились первые лица города и ядерного центра, а также представители госкорпорации «Росатом». В течение двух дней спортсмены будут бороться за звание сильнейших в пяти видах спорта – мини-футболе, шахматах, хоккее, лыжных гонках и зимнем троеборье. Полиатлон включает в себя три подвида – это стрельба, у женщин отжимания, у мужчин подтягивания и лыжные гонки. Приятным сюрпризом для спортсменов и болельщиков стало выступление юных фигуристок. А сразу после торжественной церемонии в матче открытия спартакиады на льду скрестили клюшки команды ядерного центра и специального научно-производственного объединения «Элерон» из Москвы. История теннисного турнира на призы ядерного центра берет свое начало в 90-х годах прошлого века. На протяжении 27 лет в наш город приезжают теннисисты из различных регионов страны, чтобы заработать очки для участия в рейтинговых турнирах. Начиналось, наверное, с 12 городов России. Сегодня уже 20 городов России, да, участвуют в турнире. Участники разных возрастов. Ну, вообще турнир считается ветеранским. Уже дошел до первой категории РТТ. Алексей Кленов занимается теннисом более 20 лет. В свое время мужчина выбрал для занятий именно этот вид спорта по ряду причин. Первое – играть в теннис можно практически всю жизнь. Так считает Алексей, и вот уже более 10 лет участвует в различных турнирах. Соревнования на призы ядерного центра для него – это возможность и проверить свою подготовку и пообщаться со спортсменами из других городов. Прежде всего, это здоровье, да, общение с теннисистами. Здесь у меня уже здесь очень много друзей, я общаюсь с ними с удовольствием. И надеюсь на какой-то результат. Планирую не меньше третьего места занять. Николай Пенько приехал из Ангарска. Он участвует в турнире на Кубок в НИЭФ уже 23-й раз. Каждый раз спортсмен-любитель приезжает в Саров не столько за победой, сколько для общения с друзьями и соратниками. Николай отметил, что теннис – сложный вид спорта. И чтобы добиться успехов на корте, нужны две составляющие. Терпение нужно. Очень сложный технический вид спорта. Ну и желание огромное. В любом деле, которым хочешь чего-то добиться, нужны эти две вещи. В этом году на соревнования приехали более 100 спортсменов. Санкт-Петербург, Арзамас, Орел, Новомосковск, Нижний Новгород. В течение трех дней на теннисные корты будут выходить спортсмены из 22 городов России. Игры будут проходить одновременно на нескольких кортах с 9 утра до 9 вечера. Проводить свободное время, играя в различные спортивные игры на свежем воздухе, любят не только дети, но и взрослые. Это прекрасная возможность не только показать свою силу и ловкость, но и зарядиться энергией и хорошим настроением. Такой подарок сделали сотрудникам ВНИЭФ и горожанам организаторы тематических и веселых стартов в честь юбилея испытаний первой советской атомной бомбы РДС-1. Эти соревнования отличались от обычных спортивных мероприятий ВНИЭФ. В этот раз командам предстояло преодолеть 6 этапов эстафеты. Это банан, лыжные гонки, гусеница, скакалка, гигантский дриблинг и запуск ракеты. Традиционно мы говорим, что это для развития корпоративного духа сотрудников, вот, что, в принципе, мы лишний раз убеждаемся и подтверждаем. Несмотря на соперничество, настрой у команд был позитивный и доброжелательный. Хорошая погода и веселые игры помогли участникам расслабиться после напряженной рабочей недели. Получаю большое удовольствие. Присоединяйтесь.
Все очень нравится. Приятная атмосфера, дружные ребята, коллективы, интересные виды спорта. Очень хорошая, позитивная атмосфера. Что с настроением на сегодня? Веселое, заводное, к победе рвемся. Последним испытанием для участников стал символический запуск ракеты РДС-1. Командам нужно было действовать слаженно и точно, чтобы забросить снаряд как можно дальше. Лучше всех с заданием справилась команда «Вымпел». Она же стала победителем соревнований. Почти 10 лет 16-я школа ждала новый стадион. И, наконец, при помощи областных властей, городской думы и администрации этот вопрос удалось решить. Я очень рада, что теперь дети нашей школы и окрестных школ получили вот такую возможность заниматься на новом спортивном стадионе. Ну и я надеюсь, что нас ждут, по крайней мере, олимпийские рекорды. Программа по реконструкции школьных стадионов родилась у депутатов городской думы. Народные избранники заметили, что в городе растет количество людей, которые уделяют внимание своему здоровью, занимаются физкультурой и спортом. Основы такого образа жизни закладывают в детстве. Обновленный стадион с развитой инфраструктурой и современным оборудованием необходим для полноценного и гармоничного развития школьников. На торжественном открытии народные избранники поздравили ребят с появлением нового спортивного объекта. Мы желаем вам, активно занимаясь спортом на этом стадионе, беречь его, чтобы он через 10 лет был еще краше. Это трудно и в то же время легко. Просто нужно любить свой город, свой микрорайон, свою улицу и свою школу. Планируется, что пользоваться спортивным сооружением со временем станут и жители микрорайона. Стадион школы номер 16 – не единственный объект, который депутаты планируют реализовать. Следующий межшкольный стадион должен появиться у школы номер 7, затем 12 и, может быть, 13-я школа. То есть посмотрим, как программа себя зарекомендует. Мы очень довольны, что здесь нам навстречу пошла администрация города, включили эти межшкольные стадионы в бюджет, и мы продолжим эту работу. После торжественного открытия стадиона ученики смогли сразу же опробовать все спортивные площадки, беговые дорожки, зоны для прыжков, поиграть в игры и принять участие в эстафетах. Движение – жизнь. С таким девизом саровчане пришли на забег атомных городов, который в этом году объединили с традиционным днем бега кросс-нации. Праздник организовали на стадионе «Юниор». Первые лица города поприветствовали участников, пожелали спортсменам успеха на старте и победы на финише. Забег проводится среди 20 атомных городов. Наш город не явился исключением. Сегодня присутствовали и детские сады Сарова, и младшие, и старшие школьники, студенты вузов, студенты политехникума, ну и, конечно же, работники ядерного центра. Несмотря на холодную дождливую погоду, на старт вышли более 400 саровчан. С каждым годом количество участников растет. Побороться за победу в забеге мог любой желающий, как любитель, так и профессионал. Женщины бежали 1000 метров, мужчины – 2019. Этот забег позволяет нам укрепить свою выносливость, сплотиться как команда и укрепить свое здоровье. Кто-то на забеге устанавливал личный рекорд, а кто-то отстаивал честь своего учебного заведения или предприятия. Повод для гордости был у всех, кто преодолел себя и пришел в выходной день на кросс-нации. Евгений Интяпин работает на заводе «Авангард». В свободное время активно занимается спортом. За плечами у мужчины множество достижений в соревнованиях по легкой атлетике. Дистанцию забега Евгений преодолел быстрее всех. Здоровое спортивное мероприятие. Вот, забег сегодня очень понравился, была борьба, до финиша было ничего не понятно. Убежали вдвоем с Сметаниным Иваном, на финише разобрались, вот, получилось выиграть. Праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Никто не ушел с пустыми руками. Всем участникам забега вручили футболки и банданы с символикой кросса. Лучших бегунов наградили грамотами и медалями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.